еще я немножко расстроена, что даже не знаю, что я немного отдалилась со своей сестрой. Я всегда приходила к ней и делилась абсолютно всем, что происходит в моей жизни. Но на данный период времени большинством своих мыслей я не делюсь ни с кем, чтобы мне никто не давал вообще никаких советов, кроме психолога, да, я за советами сейчас пойду к психологу. Я хочу, чтобы каждый шаг, принятый мной, он был принят только мной, не с подачи каких-то людей, вообще никаких близких, родных. Сейчас такой огромный мой шаг к пути становления и поиска самой себя. Я делюсь с вами этими мыслями. И когда-то я поделюсь, что происходит у меня сейчас в голове. Я записываю все это себе на листочек, если что. Свой дневничок волшебный. Все, хочу, чтобы вы все были самими собой.